Привет, с вами снова Софья, и сегодня мы в гостях у Камиля Шарападинова и, самое главное, у студии Red Wave Records, где, кстати говоря, были записаны многие из альбомов, которые я оформляла. Мы не просто так пришли к Камилю, мы хотим поболтать об иллюстрированных обложках, потому что Камиль мой главный музыкальный клиент последних 14-15 лет, и я проиллюстрировала кучу материалов специально для него. Привет, Камиль, расскажи, чем мы будем заниматься? Рад поболтать, потому что считаю, что оформление музыкальных обложек очень важная часть концепции группы, без них абсолютно никуда. Будь то фотографическая обложка, иллюстрированная обложка, коллажная обложка, какая угодно. И с Софьей мы уже прошли все стадии оформления, сделали уже во всех видах, мне кажется, во всех видах просто поработали, во всех сферах. Но все равно еще у нас остались кое-какие задумки, которые мы непременно реализуем в наших следующих работах. И сейчас хотим с удовольствием вам рассказать о любимых пластинках из моей коллекции с точки зрения иллюстратора, фотографа, оформителя, дизайнера, как бы это ни называлось. И в первую очередь со стороны музыканта. Со стороны музыканта, потому что это, да, отражает. Если ты что-то вкладываешь музыкальное в оформление, то и оформление должно быть, естественно, соответствующим. Короче говоря, прекращаем болтать попусту. В этой рубрике мы, как минимум, в первом сезоне будем рассказывать про классные пластинки с различными иллюстрациями, не только нарисованными, но и фотографическими, как правильно Камиль отметил. И я надеюсь, что вам будет этот опыт полезен не только с точки зрения любителей иллюстрации, но и с точки зрения понимания того, как работать с клиентом над тем, чем я занимаюсь последние уже 10 с лишним лет. Надеюсь, вам будет интересно, и вперед к нашему первому эпизоду!